Сегодня профессия врача требует от нас самоотверженности, теплоты души и чистоты помыслов. Ребята, в этой жизни важно найти себя, свой путь и свое предназначение. Главное, чтобы вы всегда делали правильный выбор. История жизни каждого обратившегося к нам человека мы проносим через свое сердце и душу, окружая их любовью и заботой. Молодежная практика помогла мне найти свое призвание. Я на правильном пути.